Вас приветствует Алена Ариес. Ну-ка, давайте посмотрим вашу жизнь на неделю или за неделю, да? Какой-то бывший мужчина проявится. Бывший, и в смысле, были какие-то отношения, либо серьезные, длительные, вот, либо брак. Вот. Да, точно вернется мужчина. Кстати, вы будете очень рады тому, что он вернется. То есть, скорее всего, вы ждете его возвращения. Вот. Еще вам нужно будет преодолеть себя для достижения каких-то ваших целей, да. То есть все в ваших руках. Какая у вас цель, я думаю, вам лучше знать. А, вот в чем вам преодолеть себя. Сменить гнев на милость. С одной стороны, вы будете рады, а с другой стороны, я так понимаю, будете мужчине демонстрировать свою холодность. И что вообще вы никак на него не хотите реагировать. Может быть, обиду будете еще демонстрировать, а может быть, даже злость или ревность. Вот. Еще будете ждать чего-то на этой неделе. Посмотрим, чего вы будете ждать. Страсти вы будете от него ждать, того, что он будет вас добиваться. Вот. Но еще, девочки, кроме бывшего, я тут вижу еще одного мужчину. Это может быть знакомство или встреча. Может быть, вы уже в отношениях с другим мужчиной, да? Тогда у вас будет встреча. Если вы сейчас на данный момент в поиске или в ожидании своей второй половинки, то, скорее всего, это будет знакомство. Мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами, либо ровесник, либо постарше вас.